Побывать в Губкинской библиотеке и навсегда влюбиться в книгу – вот часть обязательной культурной программы для всех горожан. Кроме обширной коллекции литературы, библиотеки есть чем удивить. Особенно в День влюбленных в книгу. На территории библиотеки работают различные локации, творческие, интеллектуальные. Каждый может попробовать себя художником, порисовать в стиле Леонардо да Винчи. Может рисовать на воде, может делать какие-то книжные амулеты. Для всех горожан у нас есть книжные подарки, зашифрованные книги, где они могут выбрать себе подарок только по описанию. А под шифром «Сангина» скрывается специальный инструмент для рисования. Им, карандашами и углем, гости мероприятия учились писать картины в технике Леонардо да Винчи. В основном все привыкли рисовать красками, потому что это самый распространенный вид и очень удобно и легко. Графика дается немного сложнее, потому что можно испортить работу и нужно побольше думать, быть аккуратным. Быть аккуратным нужно и при создании прически. Идеальные локоны с обложки журнала – больше не мечта, а реальность, которую может создать любая девушка, побывавшая на мастер-классе у Екатерины Коломиец. Мастер раскрыла секреты укладки волос в домашних условиях, а также поделилась лайфхаками по уходу за ними. Девочки достаточно были заинтересованы, им очень нравилось, им было интересно. Они рассказывали, я им показывала, как можно в домашних условиях сделать себе локоны, даже не себе, там, например, маме, сестре, подружке. Вот, они пробовали, обучались, так скажем, и у них достаточно хорошо получилось. Впервые в стенах модельной библиотеки прошел мастер-класс по дыхательной гимнастике. Тренер Оксана Золина рассказала о пользе простых упражнений. Но разговорами мастер-класс не закончился. Участники закрепили знания на практике. Я со стажем уже в спорте, да, и первый раз, сделав эту гимнастику, я на себе почувствовала результат. На самом деле, как у меня за эти там 10 минут размялось все тело, насытилась я кислородом, я была такая сонная. После гимнастики я сразу взбодрилась и сделала, на самом деле, кучу дел. Сейчас эта гимнастика у меня, ну, если не ежедневно, то через день, через два однозначно я ее делаю. За 2,5 часа в центральной библиотеке на 8 мастер-классах побывали более полусотни губкинцев. Никто из них в этот вечер не остался без внимания и положительных эмоций. Зинаида Исаева, Алла Ислаева, Никита Мищенко, новости Губкинского.